чего? Для здоровья. Для здоровья. Для здоровья, да, Степочка? Закаляться. Да? Закаляться, да? Каким двум праздником мы сегодня приурачиваем наше закаливание? Введение в храм Святой Богородицы и день информатики. День информатики. Так почему я каждый раз делаю так, чтобы все это приурочить? Ну, догадайтесь. Молчат? Да нет, чтобы вы знали своей молодой головой, своим маленьким таким мозгом, что есть такие праздники, понимаете? Да. Что есть такие профессии определенные, и дни, которые надо чтить. Понятно? А у нас каждый день что-то не праздник. Понятное дело, что, кстати, сегодня еще день объятий международный, но мы это не будем отмечать. Да? Что маму обнять. Не, ну да, маму обнять тоже можно. Хотя все говорят, почаще обнимайтесь. Мужчины ведь тоже обнимаются, правильно? Да. Женщины тоже обнимаются, приветствуют друг друга. Это взаимный обмен хорошей энергетикой. Костомаров, у тебя хорошая энергетика, как ты считаешь? Хорошая. А вот этого там, у Степы, не очень, да? Нормально, у тебя много шалости просто. Видим. Далекие краи, хорошие соседи. Мы приехали купаться. Вот такое красивое место. Побыстрей. Санечка, готовы? Снимаешься? Да, всегда готов. Санечка, снимаешься? Степа, скажи что-нибудь на камеру. Патриотичнее, давай вам. Ой, Биг Степа. Биг Степа? Нормально уже так. Не, мне кажется, Смол Степа. Нет, Степа Смол. Little Big запрещено уже, все. Ой. А ты смотрел эту гадость? Нет. Слушал? А что всех знаешь-то? Про Даню Милохина, про Моргенштерна? Услышал. Да ладно, а? Фанатиком его. Пошли! Хвости принесла. Петро, пошли! Купались 3 недели целых. Первое там пропустили из-за соревнований, потом, из-за соревнований по футболу, потом немного заболел, до сих пор остался остаток кашля. Ну вот сейчас, надеюсь, за счет окунания остаток этого кашля либо уйдет, либо прибавится, да, Кирилл? Уйдет, я уверен. Конечно. Да, сегодня нас сколько? Сегодня нас 9 человек. Что, боимся? Нет? Руки вытащили свои. Петров, будешь сегодня плакать, нет? Нет. Иди сюда. Скажи на камеру, будешь ты сегодня плакать или нет? Нет. Уверен? Думаю. А, думаешь, понятно. По традиции нашего клуба, мы каждые выходные выезжаем в купель. Сегодня в России отмечается несколько праздников. Один из них – это день введения во храм Святой Богородицы, православный праздник. И второй – день информатики. Окунемся. На улице минус 12, а? Благодать. Выходим. Попить водички. Можно попить, я по традиции попробую. Крутяк. Я поздравляю с праздником введения в храм Святой Богородицы и желаю каждый день счастья и надежды. А день информатики? Про день информатики я желаю, чтобы вы работали на благо отчизны, создавали новые технологии для наших... Для нашей страны? Для нашей страны. Поехал. С головой. А ты следующий, быстро. Быстро снял, бегом. Быстро, кто? Быстро. Петров, бегом. Полетел сразу. Я не могу. Дети сказал. Пошли, бегом. С днем введения церкви Святой Богородицы. И с днем айтишника. Что? И что такое? Ну что нам пожелать-то надо? Всем здоровья. Давай. Головой. Опа. Умница, Петров. Красава. Выходим. Следующий.
Давай, ну что, нормально? Нормально! Тапочки снимай. Давай, давай, давай. Давай, давай, разворачивайся. Три раза. Я тебя держу. Аккуратно. Давай, давай. Держишься и аккуратненько. Дима, давай, давай, давай. Я не могу. Я тебе сейчас дам, не могу. Давай, пошел. Еще быстрее. Ты мне обещал не плакать. Ты же пацан или нет, правильно? Пацан. Давай до конца. До конца. До конца. Давай, до конца. Давай, до конца, до конца. Дима, посмотри сюда. Постой. Скажи все с праздником православным. Праздником. Какие? Православным, да? С головой, поехали. С головой, раз. С головой, два. И с головой, три раза сказал. С головой. Я сказал, с головой. Вот. Молодец. Умничка! Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ну чё? Ну ты плачешь или нет? Посмотри сюда, второй раз. Довольный? О, молодец. Следующий, Стёпа. Стёпа, Биг Стёпа, как он себя прозвал. Или... Поздравляю всех с Днём Святой Богородицы и информатики. Желаю вам всего наилучшего, чтобы в ближайшее время вы не принимали свою так называемую информатику. Чё ты понял, сказал? Давай уже, давай. Головы, раз, два, три, улица, ага, пошел, аккуратно выходи, не потни. Следующий. Можно не пойти? Давай, 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 давай. Можно не пойду, я еще не могу, честно. Я не могу. Давай, я сказал. Я не могу. Давайте и снял Пресвятой Богородицы. Что хочешь пожелать? Я хочу пожелать всем хорошего настроения и больше энергии. Отлично, давай, с головой, поехал. Раз, с головой, два, молодец, три, умница, выходи. Говорил, не сможешь. Отлично. Так, отлично, следующий. Давай, давай, давай. Разворот. Аккуратно, аккуратно, Антон, споткнулся. Аккуратно. Всех православных с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы. Всем мира и всем причастным к IT с праздником. Давай. Раз, два, три. Отлично. Следующий. Кто там? Так, давайте, давайте, давайте. Заходи. Пошли, пошли, пошли. Все, Степа, нормально у тебя? Да. Как самочувствие? Нет, не дам. А хорошо. Хорошо. Возьмите чай. Кто взял термос с собой? Я. Отлично, пошли уже. Все, не наслышаться, не надо. Отлично. О, все. Так. Вот, так сказать, наш. Аккуратненько, аккуратненько. Решили первый раз с вами, да? Первый раз, ребята. И... Самое главное, что не последний. 20 лет не купался. Стоп. Разворачивайтесь. Я знаю, как. Спиной надо, да? Да, вам проще так будет войти. Ой, ребята. Хорошо, да? Господи, спаси, сохрани. Не могу. Третий раз. Ребенок третий раз сделал, а вы не сделали. Давай, давай. Давай, давай. Головой. Вот. Отлично! Аккуратно, аккуратно! Вот, ну как? Ой, ну все. Сейчас от тебя приду. Айтишников поздравите с праздником. Айтишников тоже с праздником. Мы сделали наш контент. Поздравим. Скоро на крещение, скоро на крещение можно будет ехать. В общем, друзья, окунайтесь. Этого того стоит. Весь негатив, все уходит. А самое главное, закаляет иммунитет, чтобы болезни отступили. Что, понравилось? Конечно. Будешь еще ездить? Нет? Почему? Что случилось? Нос теперь болит. Нос болит? Не мерз, сейчас отогреешь. Пошли, пойдем.